У столиці подвели выники 63-го национального конкурса мастерства книги. Урочистое узнагородження переможцев прошло в выставочном центре «Белэкспо» подчас Минской международной книжной выставы «Кермашу». Творчее споборництво сярод авторов и выдавецтва – традиционное мероприемство, что проходит каждый год. Распочалася инициатива в 1960-м. Статус национального конкурса набыл прикладно 17 годов тому. Гэтым разом за перемогу змагаліся 35 организаций, больше за 150 выданняў. Усяго было представлено каля 14 номинаций. Так, например, команда выдавецтва «Мастацкая литература» забрала статуэтку «Золоты фолиант» одразу у двух категорий. У секции «Наука и веды» за выдание «Куб колос» и у номинации «Лид-формат» за книгу «Тарас на Парнасе». Коли образно сказать, это музыка, поэзия и выявленше мастацтва фарбаў гучыць вельмі моцна, ярка, і таму эта кніга прыцягвае да сябе, яе хочацца не толькі пагартаць, але яе хочацца мець дома, і яна своеасаблівая адзнака нашага часу. Своеасаблівай кульмінацыяй урачыстага мерапрыемства стала абвяшчэнне пераможцы ў галоўнай намінацыі нацыянальнага конкурсу «Трыумф». Первый приз, гоноровый знак, символ и диплом имя Франциска Скорины отримало выдавецтво «Беларусь» за книгу «Присмак колеровых революций». Авторами аналитичной работы стали публицисты больше, чем 20 краин. Он саморазвивающийся, народный, с переизданием, потому что, если честно, в истории новейшей Беларуси я не знаю, есть ли такие примеры трехкратного издания за полгода книги и уже серьезные разговоры о следующем издании. За оформление выдания «Присмак колеровых революций» заповедная статуэтка так само была Максиму Шніпу, уручена у номинации «Лепший дизайнер книги».